Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, и сегодня вместе с вами мы вновь поиграем в The Genry Sigmar Collection, как многие из вас уже писали, то, что нужно было пройти, потому что здесь до меня не дошло, что надо было сделать, мне нужно было просто выбрать и начать, а я не выбрал, для этого нужно, по-моему, вот эти две концовки, что ли, по-разному пройти, без понятия. Пролог я не буду сейчас перепроходить, я вообще должен был снять это видео еще где-то 21-го, что ли, числа, я не помню. Ну, как-то звезды сошлись так, что я не снял. Поэтому, ребят, давайте-ка поддержим лайком. Я просто сейчас еще раз перепройду другие эпизоды по-другому, по крайней мере, попытаюсь. Поэтому, ребят, оставим свои комментики и, пожалуйста, тыкнем на лайки, поддержим этот ролик. Так, все, ладно, давайте, поехали. Нажмем play, еще раз пробегусь, посмотрю, нравится вам, не нравится. Oh, you. Эй, ты. You're free to go. Ты можешь идти. Not really, but you've got a package. Так, ништяк, все, мне посылочка пришла. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. See you around. Free to go. Я все не могу, я, короче, не могу поначалу привыкнуть. У нас сейчас позвучить разных персонажей немножечко. Ну да ладно, сейчас в следующий раз. Я почему-то думал, что сейчас я достану сразу, но этого не было. Так, ладненько, что буду дрель использовать. Что и что еще? Дрель по-любому нормальная, дрель рабочая. Мне на 100% с ней все получится. Ну получилось же. Так, что, возьму лом. В канализации. Отлично, полезу через через канализацию. Здорово, ребят. Так, все, я прям практически как в матрице бегу. Мне кажется, меня сейчас будут настигать, и нужно будет что-то очень быстро делать. Ну, у меня почти получилось, я был близок к этому. Может быть, все-таки мне получится сюда залететь. Опа-на! Не зря я матрицу смотрел столько. Угу. Босс. Практически босса встретил. Get ready. Давай, все готовы. Все готовы. Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не нажал. Не нажал, не ожидал. Да я нажал же! Да, да что за фигня? Я жал, я старался. Не совсем хорошо мне, видимо, получилось. Может быть, нет, заранее начинать нажимать, я не знаю. Так. Не зря меня в школе обучали. Обалдеть, я пулю ловлю. Да, повинуйтесь мне, своему господину, я просто сяду и уеду. Обалдеть. Не, ну такой концовкой, по крайней мере, не видел. Так, у меня уже есть 2 из 3 концовок уникальных смертей, 9 из 18. То есть можно будет потом еще раз перепройти, и так уже делать нечего. А сейчас опять пробегусь по всем эпизодам. Сейчас бы мне еще вспоминать, где я что делал вообще. Являюсь мэром, я хочу объявить! Тунисийский археологический музей открыт! Да, спасибо вам, сэр! Ништяк, надо пойти пару алмазов себе прикарманить, раз уж если он открыт. Так, буду действовать незаметно, незаметно, чтобы меня никто не заметил. Так, как бы туда забраться? Ну, вот это, мне кажется, самое подходящее. Уж телепорт, да, значит, нужно пользоваться всегда телепортом. Телепорт приведет туда, куда нужно. Именно сюда я и хотел, в принципе. Но я ведь добрался. Главное, что добрался. Транквилизатор. Yeah.
Поспать что-то захотелось. Ну да ладненько. Так, монеточка. А интересно, откуда у меня пилюля невидимости? Я типа не нашел, как что вообще, что случилось? И почему здесь перевода нет? В субтитрах есть, здесь нет. Ну, понятное дело, что любительский. Так, монетку кинуть, это во всех играх всегда помогает. Смотри-ка, монетка. Так, однозначно нужно воспользоваться вот этой непонятной фигней, мне кажется, она везде поможет. Так. Портала. Ну, потому что я разогнался очень сильно и просто разлетелся на запчасти. Ну, шутка понятна. Так, просто дроп незаметный. Опа. Ну, я мистер незаметность практически. Так, ладно, давай этим. Так, ну, по-любому нужно молотком. Просто молотком ты все скрываешь и все. Че, серьезно? Надо было лазером попробовать. Ну да ладненько. Так, если есть пушка, надо всегда пользоваться пушкой. У меня навык в этом. Нифиговый. Здорово, ребят. Че, как сами? Нормально все, хорошо у вас? Так, ладно. Сыр, а чем мне поможет сыр? Доска. Доска это практически доска. А, ну просто я съел сыр и что? Ну серьезно, типа, чем он мне мог помочь? Ну, да, здесь есть доля логики. And after that, they just up and arrested. После этого они поднялись и арестовали? Ого, серьезно? Ага. Так, если есть автомат, можно просто взять автомат. Здорово, братиш. Ну, я немножечко немец, потому что мы выглядим как палочки. Мы ведь степаны. Люди-палочки. Поэтому попасть очень проблематично. Так, а если использовать кристалл? О, отлично. А, все, действительно, я сбежал. Не, ну первые два эпизода прям действительно очень быстро проходят. Но просто я вспоминаю, третий, четвертый, они проходились намного дольше. Так, у меня уже две концовки из трех уникальных. 11:40. Здесь еще говорили то, что биосы копить. Еще бы они были бы, биосы переведены, было бы вообще неплохо. А они вообще ничего не переведено. А почему не переведено, для меня непонятно. Ну, потому что любительский перевод. Это что у нас? Это у нас просто ачивки. Ачивки, ачивочки. Можно еще на раз спокойно пробегать. Так, ладно, все, все, дальше, дальше летим. Так же, как и ваши лайки летят, так же и просто летим дальше. Эпизод третий. Так, так, смотрите, как кто наконец проснулся. Ты был достаточно неуловим, но твои навыки сделали тебя достойным. Ты отлично подходишь для такой работы. У нас есть некоторые проблемы с группой воров, известной как... Мы знаем, что они виновны, но не можем винить их никакие преступления. Ты отправишь в дирижабль, чтобы подставить их. Мне же нужно напомнить тебе, в чем тебя обвинили. Попытка ограбления, побег из тюрьмы... И, конечно, кражу низкого алмаза. У нас много компромата на тебя. Сделай эту работу, и мы сбросим тебя все обвинения. Чарли подбросит тебя к дирижаблю. Остальное зависит от тебя. Найди способ подставить их, и ты станешь свободным человеком. Так, а как я хочу туда добраться? Так, я, по-моему, просто раз забирался при помощи этой штуки. Не, я теперь хоть понимаю, о чем они говорили, я действительно начинаю это понимать. Так, ну, давайте я просто... Подожди, а можно вот так просто связаться? Или что? Проверить, Чарльз, я хочу тебя сразу предупредить. Там есть один чувак, плохой чувак, поэтому... Удачи.
Так, ну... Яд? Яд, я думаю, мне пригодится, хотя, ну, это не совсем яд, это кислота, ну... Это что угодно может быть, С4? Я даже не знаю, что использовать. С4 выглядит отличной идеей. Это я практически сам опишу. Ну, последствия везде бывают. Что с этим поделаешь? Так я. Отлично. Да без ног даже удобнее, меня не так сильно будет видно. Че, реально вакуум? Эй, хорошая работа. ТНН стоит поискать что-нибудь компрометирующее. Что-то, что подставит их, что могло их за что-то уличить. Я имею в виду, что это главная цель этого плана. Итак, джентльмен, у нас есть задача сделать новое оружие для клана. Есть идеи? Может быть, мне присоединиться к дискуссии? Отлично, мы поднимем его на 3 калибра. Эй, ты! Что ты тут делаешь? It's Smith, right? Ты Смит, верно? What are you doing here, mate? Your wife's just что ты тут делаешь, приятель? Твоя жена только что... Что? Возьми спасательную капсулу, я отправлю прямиком в больницу. Отправляйся. Don't worry. Не переживай, я передам ситуацию, шеф. Да, это, видимо, была не лучшая идея, ну да ладно. Там жена рожает, все дела, так, а чем мне может помочь клей? Ну вот эта штука мне явно чем поможет. Я не знаю, что это, зачем. И что здесь написано? Так, ладно, нажму куда-нибудь. Походу, я вселенную стер. Ну, ничего, бывает. Клей. Не, мы не можем, почему нет, мужик? Ты вообще знаешь, сколько весит золотая пушка? Вообще не имеешь представления. Чувак, у нас достаточно энергии, так что думаешь, мужик? Ладно, и ведь новенький здесь, я не уверен в том, что тут происходит. Двери снова закрылись. Эй, ты видишь значок записи? Где написано запись? Это, наверное, хорошее место для того, чтобы посмотреть. Позволь мне перепройти через эту дуру. Так, отлично. Можно использовать робо-хелпера, но он выглядит безопасно. Чё, действительно, что ли? Так, я не думаю, что этот парень знает, как открыть эту дверь. Слушай, почему бы не позаботиться об этом? Минконтрол буду использовать. Подожди. А чем мне кость поможет? Я не знаю, как я это делаю. Ох, черт, я помню это. Хорошо, что никто не знает об этом. Иначе у нас были бы огромные проблемы. Так, так, так. Hello, Mr. Spider. О, привет, мистер Паук. До свидания. Правда, отлично. Я лучше туда не идти. Там много людей со множеством пушком, да это то, что я хотел сказать. Так, мне кажется, что это можно пойти через звезду. Кабо. Так, я заломал их электрическую сеть, что тебе от меня нужно? Обалдеть, Mass Effect. А здесь можно было здесь перевести? Так, ты убил электричество. Ну, понятно, сейчас отключу электричество. А, ну да, дирижабль ведь не летает без электричества. Действительно, все сходится. Перезапусти питание. Okay, окей, перенаправлю энергию в другую комнату, все будет хорошо. А, просто перенаправить. Я прям снаружи, так что просто открой дверь отсека, и я посажу тебя в... Эй, что ты говоришь? Опа, у нас тут проблемы в узловом отсеке. Так, банана-бомба однозначно. Ну блин, она ведь всегда вручала. Флешка. Fire in the hole. Ништяк, мне кажется, я не допрыгну. Слепую-то. Форсган? Эй,
button on your earpiece. You should press it. What's going? Отлично, я сделал это. This could be a problem. Даже ачивочку дали какую-то. Забавная, конечно, игра, сколько у меня здесь, интересно, уникальных сейчас смертей было и уникальных концовок. 2 из 4, и смертей 18-60. Так, ладно, все, давай, погнали дальше. Эпизод 4. Флейн комплекс. Hello, Henry. Ах, привет, Генри. Welcome. Добро пожаловать в стену. Some of the most cunning. Здесь один самый хитрый отъявленный преступник. И теперь у нас есть печально известный Генри Стикмен. Ты пробудешь здесь очень долго. Григорий, взять его. You wait here until ты ждешь здесь, пока не найдут камеру. Так, еще бы помнить, как я прошлый раз делал. А если просто ждать трансфера? All right, let's go. Да, серьезно? Так, откуда у меня вообще все это есть? Так, вот лазер однозначно, мне кажется, это отличная идея. Добрейший вечерочек. А, то есть я правильно понимаю, мне это надо было пройти предыдущее задание по-другому, чтобы у меня был такой вариант. Я? Yeah? Oh, да, у Генри. Oh, how's it going? Чё, как? Ага. Ха-ха. Я? То? Оу. Оу. Ага. Ага. О, I see. А, понятно. Yeah, I'm, да, я вообще-то actually. Я сейчас лечу. Где? Где ты? Стена. Да, я, кажется, я слышал об этом месте. Yeah, I'm on a mission, да, я это but, на задание, но у меня должно быть много времени, чтобы заскочить. Hey, so, hey, так, я довольно близко. Yeah, just, try да, to get просто outside попробуй and all, выбраться наружу, я, ну, you know. Ты понял. Hey. Что, серьезно, просто взять и закопаться можно? Может быть, слышь? Where are you going? Куда мы идем? What? Что? Hey, so, слушай, я вижу стену. Oh, you're outside? Nice. Так, а ты снаружи? Здорово. I think I see you. О, кажется, я вижу yeah. тебя. Да, you're на пути стоит охранник. I got this. Я все yeah, понял. Да, это like будет как старые добрые времена. Yeah. Чарли, I got the perfect plan. У меня есть идеальный план. Это самый лучший план. Это, мне кажется, был не самый лучший план. Почему мне сразу Vice City вспомнился? И все готово. Я вижу здесь вертолетную площадку. Может быть, это очень хорошее место, чтобы тебя подобрать. Но как только подойдут ближе, они, наверное, поднимут тревогу. Ах, ну да, они заметили меня. Хорошо, я подлетаю, приготовься. Get him! Hey! Я слежу за тобой. Блин, что, реально ее так можно было быстро пройти? Я что-то помню, в предыдущий раз эту главу я ее прям проходил с напарницей тогда, прям очень долго по времени. Я даже не ожидал, что так быстро получится. То есть вторая из пяти концовок. И то есть, я так понимаю, здесь тоже разные сейчас будут. То есть я сейчас смогу выбирать. Да, до меня в прошлый раз просто не дошло, что мне нужно было выбрать. Чарли. Что значит Bounty Hunter? Значит, типа вот так вот делаю такой, и начинаю как-то так. Так, все, погнали. Погодь, у тебя есть танк? You said you stole this говоришь, from the что украл top ends?
топот. That name sounds familiar. Это название, кажется, I think I heard of them when I was getting locked up at the wall. Criminal organization, right? And you cross them, huh? We gotta put this bad boy to use. What do you say we hit him again? I don't know about you, but I'm running pretty low on cash. Great. I'll get in touch with my contacts and find out where they're at. These tracks should lead us right to the secret top base. We might even find... That's it. The transport train. I think there's supposed to be... There it is. Their money cart. I'm pretty sure that cart contains all the money they've got. There's our payday. Let's take it to them. Ой, ты hear that? Эй, ты слышишь это? Что это такое? Вы серьезно стреляете мечами? По-моему, должны были сделать это с самого начала. А, ну да. Ну да, мы всего лишь просто никто никуда не смотрит и не попали туда, куда попали. Betrayal. Lost the lead. Ну, остался третий вариант. Стреляем. Nice shot. Отличный выстрел. Stop the train. Останови поезд. Босс, наш поезд попал в беду, я не могу остановить. Я уже в пути. Что вообще здесь происходит? Что ж, это был единственный способ. Теперь как мы собираем вытащить отсюда все эти деньги? Ну да, я чё... Да, я чё, у нас один... Чёрт, это займёт вечность. Не, ну Фултон это вообще как варик. Это отличный варик, я считаю. Так, что теперь? Ну, должен прилетать самолет и на лайк отбирать. This doesn't belong to you. Это вам не принадлежит. Вомба-комба. Happy feet. Stickman. Seems like we're out of the danger Похоже, zone. Мы вышли из опасной зоны. That should do the trick. Думаю, это должно сработать. Так, ну все, я так понимаю, это все. То есть, ребята, если хотите, чтобы я еще раз перепрошел там с другими концовочками, напишите об этом в комментариях, поддержите, конечно же, ролик лайком, и все будет у нас тут. Сколько у нас здесь? У нас последний-то... Причем, как я ее только что, сколько концовка проходил, я уже не помню. Но здесь у нас... то есть, я тюрьму еще не полностью прошел, эту не полностью здесь. То есть, везде еще, как минимум, на раз можно спокойно пробежаться. Все, ребят, спасибо, что были со мной. С вами, как всегда, был я, Леха Светы. Всем отличного настроения, всем удачи, пока, спасибо, что остаетесь со мной. Давайте, давайте, парень, увидимся. По крайней мере, теперь до пятницы точно должны ролики выходить. А в субботу, как-то, не факт, что выйдут. Все, давайте, пока всем. И подписаться не забудь. Будьте людьми-то, в конце концов.